Здравствуйте, меня зовут Джабер из Сирии. Приехал в 2012 год в Кыргызстане за войну. Теперь я живу здесь, в Кыргызстане. Как бы относится ко мне кыргызский народ как родному человеку, а не как беженцы. Я очень рад, что приехал сюда, в Кыргызстане. У меня свою семью уже здесь, жена местная кыргызская. У меня сейчас на данный момент статус беженцы, в конце 2023 года получаю гражданин Кыргызской Республики. Я хочу благодарить кыргызский народ и планирую здесь как дальше жить. И хочу еще, чтобы Кыргызстан развита. Планируем еще турфирму открывать. Кыргызстан, что арабов и бизнесменов приехали сюда для развития Кыргызской Республики.